телефон поутру распирает от звонков. Я встаю и беру тут разговор таков. Уж большой ло будет не хуже, чем то. И контракт между нами состоит договорной. Самкарация и бомбы, операция очень спор. Мощь нам совсем не новая, и друг к другу мы суровы. Хоть и дружба лишь условно, только звуки моторов разгребают тишину. И лишь гробница дала искру в наших душах маниакальны. Операция как нельзя лучше дала мне понять, жадность заставляет играть. Я забуду своих людей, эй, сорвешься с места, оглушенный лестью, но не забудь, ты крепи разрыв. Ценой в алмазы, разве не прекрасно? Открывая глаза, ничего не понимаю, как это произошло, что окончился весь рам. Поднимаю телефон, вижу вновь эту картину. Тысяча больших звонков от такого же мутил. Сделал пьяное решение через все эти мучения. Точно не повторю и начну эти общения. И собрал я снова в сумку и отправился в путь. Оказавшись в мотоцикле, набрав воздуха в грудь. И лишь гробница дала искру в наших душах маниакальны. Операция как нельзя лучше дала мне понять, жадность заставляет играть. И я забуду своих людей, сорвешься с места, оглушенный лестью, но не забудь, ты крипер разрыв. Ценой в алмазы, разве не прекрасно? Умыслы сошли на нет. Сколько раз в течение 7 лет я остановлю этот процесс. И встану поутру и сделаю прогресс. И я забуду своих людей, сорвешься с места, оглушенный лестью, но не забудь, ты крепи разрыв. Ценой в алмазы, разве не прекрасно? И я забуду своих людей, сорвусь я с места, оглушенный лестью, но я забуду, крепи разрыв. Ценой в алмазы, это не прекрасно.